И всем привет, ребятишки! Сегодня я буду снимать обучалочку на офицерчика. Помните, как меня давно просили снять обучалочку на офицерчика? Ну вот и вам обучалочка. Все, смотрите, как я его делаю. А выглядит он следующим образом. Положите на турничок, беретесь ровно хватом. Aiming her words, ready to fire. I don't think that bullets will bring back desire. И все, и вот так вот делаете. И все, ребят. Спасибо большое за просмотр. До скорых встреч. Ставим лайк и подписываемся на канал. Как вам обучалочка? Пишите комментарии. Ладно, ребятки, это была шуточка. Такая небольшой юмор-видосик. Итак, первое подводящее, это надо уметь будет вот так держать флажок на одной руке. Если вам будет сложно, будете держать вот так вот. А если нет, то будете держать на одной руке. Вот смотрите, как это надо делать. Беретесь за турник. Если вы выходите, как я, вот так вот кидаете и вот так вот, то вы беретесь правой нижним хватом, левую верхним. Если не так же, левую нижним, правую верхним. И все, ребятки. Смотрите, надо научиться держать флажок. Вот, смотрите. Закидывайте канал офицерчика правую нижним хватом, левую верхним. Это в моем случае. Закинули и держите просто на максимум. А если вам не сложно, а так вот без руки. Не сложно, а так рукой берете. И все, ребятки. Такое первое подводящее. Но если вы же делаете офицерчик, как не я, значит берете правую верхним, левую нижним. И держите на правую. Вот у меня левая. И держите просто флажок. Потом, ребятки, второе нам надо, смотрите, мы вышли, да? Нам надо прокрутиться. Сейчас покажу одно подводящее такое, хитренькое. Вот, смотрите. Сейчас я залезу на турник. Вот, смотрите. Делайте вот такие вот подтягивания. Еще, ребятки, с помощью этих отжиманий вот таких вот за спиной можно научиться принц на один. А принц на один у меня есть обучалочка. Так что я оставлю на этот элемент ссылочку, где? В описании. Понятно, что в описании. Итак, ребят, третье подводящее. Это научиться разворот. Разворачиваться именно. Вот смотрите, чтобы научиться разворот, так как можно сильнее рычаг. Вот не вот так вот, вот держать будете, а трохой немного вперед. Тело на левую руку будете лягать. Если в вашем случае, ну, может вы делаете на правую, то берете правую верхним, левую нижним. И вот так вот вот закидываете, прям лягаете на левую руку. Вот смотрите, покажу сейчас, как это выглядит в двух случаях. Вот смотрите. Немного пытайтесь развернуть с эту. Схватились. Так, взялись, схватились. В вашем случае, когда вы делаете, если вы будете делать на правую, сейчас я покажу как. Правую верхним, левую нижнюю. Ой, ребятки, извиняюсь, из-за ветра упала камера. Ну вот, посмотрите, еще раз покажу, как делать на правую. На левую я уже показал, как делать. Сейчас покажу еще раз, как на правую. Правую верхнюю, левую.
себя выжимаете. Просто я на правую руку не тренировал офицерчика. Я со мной делал на левую. На левую мне намного проще. Почти в половину, как же, если не больше. И, ребятки, потом уже что-то подводящее. Разбиваем его. Уже начинаем учить. А, точнее, не. Что-то подводящее, это будет желательно научиться выход на одну. Там оно идет задом, а тут передом. Вот смотри, как делается выход на одну. Желательно... Вот смотрите, сейчас покажу, как обычно делать выход на одну. Если я не помню, уже здесь у меня на канале обучалочка на выход на одну. Но если будет, я оставлю ссылочку в описании. А если нет, пишите в комментариях. Влад, сними обучалочку выход на одну. Кому надо. Вот смотрите, как я его делаю. Ставите руки не обратно, никаким обычным хватом. И все, ребятки, вот так вот он выглядит. Второй же выход. Мы беремся уже как на офицерчика, только делаем просто выход передний. Вот смотрите, в моем случае это вот так. Не, вот так. Видите, у меня одна обратным хватом, одна таким. И все, ребятки, потом можем приступать уже к пятому подводящему. Это сами попытки офицерчика. Вот, смотрите. Беретесь. Для вас удобным хватом. Закидывайте. Лягайте на руку. И вот так вот, ребятки, делайте. Ну, можно считать, если вы вышли уже до вот тут, до поясницы, это можно посчитать, что вы уже сделали офицерчика. Потому что там уже не сложно. Чтобы так центурно вырезаться, когда уже у вас большая пятая точка, то, ребятки, это будет сложно поначалу. Я учил, учить эти отжимания, так будет потом намного проще. Короче, все, ребятки. Я сделал новый видосик. Так что, ребятки, всем удачи. Ставим лайки. И пишите свои комментарии. И пишите, на какой элемент снять обучалочку.